Несмотря на то, что сегодня у нас за окном достаточно дождливая погода в Москве, настроение отличное. Сегодня первый день конкурса. Нас собрали в отеле. Нас измерили, провели инструктаж. Все познакомились с дирекцией, также друг с другом. Нам рассказали про все правила. И сейчас мы снимаем видео для вас, фотографируемся, чтобы все люди увидели, кто вообще участвует в этом конкурсе. Девочки все очень красивые, каждая как раз-таки, да, уникальная, у каждой свой талант. Это очень волнительно, но в то же время я чувствую себя в своей тарелке, мне комфортно, очень много красивых девушек. Познакомились лично с Аней Линниковой. Очень приятная девушка, очень общительная, очень добрая. Дала нам несколько наставлений, советов, чтобы мы не переживали. Сейчас мы собираемся и отправляемся в дом, где будем жить все 3 недели, готовиться к конкурсу, настраиваться морально и физически. Настроение отличное. Я готова к победе.